И снова всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на распаковке будет следующая приблуда для GoPro. Это, друзья, будет вот такой штативчик. Штативчик стелси-палка. Rui GoPro называется она. От фирмы Telesin. Заказывал я ее на Wildberries. Пришла она буквально за 2 дня. Ну, собственно, длина 23,5 сантиметра. Увеличивается до 81 сантиметра, вес 220 грамм, цвет черный. Такая штука стоит 1100 рублей, друзья. Давайте ее посмотрим. Заказывал я для чего? Ну, во-первых, для обзоров. В дальнейшем, друзья, у нас будут интересные рубрики новые открываться. Например, такая рубрика, как «Режем обувь». Будем резать обувь из спортмастера с вами. Вот. Рубрика будет интересная, будем смотреть, что внутри, какие технологии применяются в обуви. У меня уже есть на разрез 4 пары обуви из магазина Спортмастер зимних. Вот, мы их, соответственно, порежем с вами, посмотрим, что внутри. Вот, но для этого нужен нож. Нож я заказал тоже с Wildberries, кожевенный специальный нож, острый, для того, чтобы резать обувь, ну и, соответственно, показывать вам, что внутри. Я думаю, рубрика будет интересная, потому что кто-то меня из подписчиков просил там порезать обувь, посмотреть, что внутри. Так что, думаю, интересно. Ну, давайте про штатив. Штатив, значит, имеет одно такое крепление стандартное GoPro-шное. Вот, и сам, собственно, штативчик. Данный штатив селфи-палка, это 2 в 1, как штатив, как селфи-палка, собственно. Что хочу заметить, во-первых, он увесистый, такой довольно-таки вес. Смотрим, здесь у нас снизу имеется, вот он выдвижной, соответственно, можно его раздвинуть сразу. Вот такой, друзья, штативчик. Сейчас я его раздвину, сразу как селфи-палку сделаем. Вот смотрите, вот такая вот селфи-палка. Это если что-то снимать где-то высоко, делать какие-то пролеты, да, очень удобно, то есть в этом плане. Это, конечно, круто. Высокий штатив. Фиксируется он в правую сторону поворотом, в левую, соответственно, убирается. Вот эту вот штучку крутите. Вот снизу уже непосредственно у нас эти вот такие ножки, сейчас покажу вам. Вот так просто одной рукой несподручно показывать вам, оператора у меня нету. Вот вторая ножка и вот, соответственно, третья ножка. Вот. В общем, три ножки, получается, такая тренога, довольно-таки стабильно, что хочу сказать, то есть он стоит, получается, так вот мы крепим, поворачиваем, так он, видите, в таком состоянии он болтается, люфтит, поэтому сделали на длину, какая вам удобна. Какую хотите, да, после чего уже непосредственно поворачиваете вот эту часть, она фиксируется. Вот, и все. Это, конечно, здорово сделано, удобно. Классный штативчик. Вот так вот он выглядит. Собственно, захотели селфи-палку повыше поднять, да, например, вот подняли. На какое вам нравится расстояние. Можно повыше поднять, пониже сделать, это уже, так сказать, на любителя. Ну, в общем, стандартно фиксируется по часовой стрелке, получается. Крутите по часовой стрелке, он зафиксируется. Вот таким образом. Так что вот так, друзья. Такой штатив селфи-палочка. Но максимальная вышина, высота, да? Сейчас я вам покажу. На которую можно выдвинуть. Вот максимальная высота. Это максимум, на что можно выдвинуть ее. Просто
напротив часовой стрелки ослабляем. Вот такой штативчик. Ну, за 1200 вполне оптимальный вариант для съемки каких-то кадров, да, если, допустим, некуда поставить, берет чик штатив, повыше, пониже поставили, снимаете, вообще вещь классная. Так что, друзья, всем советую приобрести данную штуку. Ну, у кого есть GoPro, кто занимается влогом, обзорами, я думаю, данная вещь будет очень полезна. Вот, ну а на этом буду прощаться, друзья. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. С вами был Михаил. Увидимся в следующих роликах и стримах. Всем пока-пока.